Чувства – не факты. Здесь вы можете сказать себе: «Хорошо, я понял. Моя депрессия – результат негативных мыслей. Восприятие жизни кардинально меняется в зависимости от настроения». Но если мои негативные мысли настолько искажены, как случается, что я постоянно обманываюсь? Я рассуждаю не менее здраво и реалистично, чем любой другой человек. Если то, что я говорю себе, иррационально, почему это кажется таким правдивым? Несмотря на то, что ваши депрессивные мысли могут быть искаженными, они, тем не менее, создают устойчивую иллюзию правды. Позвольте разоблачить то, что лежит в основе обмана, в самых прямолинейных терминах. Ваши чувства – не факты. Ваши чувства, по сути, не больше, чем отражение ваших мыслей. И если ваше восприятие не соответствует реальности, то чувства, которые оно создает, будут такими же абсурдными, как отражение в кривом зеркале в парке развлечений. Но эти несоразмерные эмоции действуют так же, как и подлинные чувства, созданные неискаженными мыслями, поэтому вы автоматически считаете их правдивыми. Вот почему депрессия – такая убедительная форма ментальной черной магии. Когда вы приглашаете в вашу жизнь депрессию, поддаваясь серии автоматических когнитивных искажений, ваши чувства и действия подкрепляют друг друга, образуя бесконечный порочный круг. Веря всему, что мозг, угнетенный депрессивным состоянием, говорит вам, вы испытываете почти ко всему негативное отношение. Эта реакция длится несколько миллисекунд, слишком быстро, чтобы успеть осознать. Отрицательная эмоция ощущается как реалистичная и, в свою очередь, создает ауру достоверности вокруг искаженной мысли, которая ее породила. Цикл повторяется снова и снова, и вы оказываетесь в ловушке. Такая психическая тюрьма – это иллюзия, мистификация, которую вы ненамеренно создали, но она кажется реальной, потому что в этом вас пытаются убедить ваши чувства. Где ключ к освобождению из этой эмоциональной тюрьмы? Секрет прост. Эмоции – это порождение мыслей. Таким образом, ваши эмоции не способны доказать, что ваши мысли правдивы. Неприятные чувства просто указывают на то, что вы думаете о чем-то негативном и верите в это. Ваши эмоции следуют за мыслями так же, как утята следуют за своей матерью уткой. Но тот факт, что утенок послушно идет за мамой, не доказывает, что сама мама знает, куда она идет. Давайте рассмотрим ваше уравнение. Я чувствую, следовательно, я существую. Представление о том, что эмоции отражают некую самоочевидную истину, не уникальны для людей в депрессии. Большинство психотерапевтов сегодня разделяют уверенность в том, что осознание и более открытое выражение чувств – это признаки эмоциональной зрелости. Подразумевается, что чувства представляют собой некую реальность более высокого порядка, являются элементом целостной личности, правдой, не подлежащей сомнению. У меня другая позиция. Ваши чувства сами по себе не обязательно являются чем-то особенным. А когда отрицательные эмоции основываются на ментальных искажениях, как это часто бывает, их вообще едва ли можно считать желательными. Имею ли я в виду, что вы должны избавиться от всех эмоций? Хочу ли я, чтобы вы превратились в робота? Нет. Я хочу научить вас избегать болезненных чувств, основанных на ментальных искажениях, потому что они не являются достоверными, ни желательными. Я считаю, что как только вы научитесь воспринимать жизнь более реалистично, ваша эмоциональная жизнь станет намного богаче, и вы начнете больше ценить подлинную печаль, в которой нет искажений, равно как и радость.
Читая следующие разделы этой книги, вы сможете научиться исправлять искажения, которые сбивают вас с толку, когда вы расстроены. Вместе с этим у вас будет возможность проверить переоценку некоторых основных ценностей и допущений, которые делают вас уязвимыми для разрушительных перепадов настроения. Далее я подробно описываю необходимые шаги, которые можно сделать в этом направлении. Изменения в нелогичных моделях мышления сильно повлияют на ваше настроение и помогут вам вести более продуктивную жизнь. Теперь рассмотрим, как можно кардинальным образом изменить ваш взгляд на эти проблемы.